Момент кражи был зафиксирован камерой видеонаблюдения в магазине. На записи видно, как двое парней распихивают продукты по карманам и оглядываются, как бы кто не увидел. После поспешили на выход, но там их заметил кассир. Она попросила их остановиться, но вместо этого парни ускорились. Один из них выходил, у него торчал товар. Позже его на улице найдут. Он очень быстро бежал, и рюкзак был не до конца закрыт. Этот товар выпал у него в конце. Я его пыталась остановить, но когда я увидела, что он понесся бегом в двери, я поняла, что это грабеж. Добычей злоумышленников стал сыр. Сколько именно им удалось украсть, продавцы ответить затруднились. Но ущерб ориентировочно уже оценили в 5000 рублей. Точно его еще только предстоит почитать. Набрали на большую сумму сыра. А что собрали там? Сыры разных видов. И твердые сыры, и баночные сыры. А сколько это упаковок примерно? Я пока на камеру не смотрела, но более чем на 5000 у нас. Это уже получается грабеж. Сотрудники магазина уверены, молодые люди заранее все спланировали. Только не знают, то ли для экстремальных ощущений и адреналина, то ли для дальнейшей продажи. Теперь поисками злоумышленников будет заниматься полиция. Они уже опросили продавцов и изучили записи с камер и наблюдения. Айрат Назиб, Елена Саляхова, Наиля Абдуллин, вызов 112.